У меня пропуск есть. А у нее-то нету. Приветственно. Все дороги ведут в Крутушку. Этот мир придуман не нами, но он все равно наш в ритмах, выражениях, запахах. Все начинается с мастер-классов. Венгерский ансамбль «Тазло» открывает новую аудиторию, а новая аудитория – неизвестные танцы. The Hungarian dance is a... Это импровизационный танец, который родился в месте под названием Мордова, часть Румынии, Карпаты. Это атмосферный танец, он всем понравится. А вообще здесь очень дружелюбно. Ребята играют в чижа. Вот. Чиж — это игра вообще с подкидыванием палки, то есть одной палкой мы подкидываем вторую. Одна команда ловит эту палку, другая, соответственно, кидает. Учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Поэтому нужно это делать, не покладая сил, работать руками и ногами. Например, учиться ходить на ходулях. Нет. Мы работаем не в чисто народной хореографии, это первое, что нужно сказать, а как раз-таки мы работаем в обработке, то есть это осмысление авторское. И у нас как раз это бывает переработка материала, то есть это стилизация, и как бы материал мы берем такой, не прям чисто народный, а может быть вот стилизованный, и стилизуем по-своему, вот так, как я вижу, как мне это интересно. Коллективу, нашему коллективу уже где-то более 20 лет, 25 точно. Где берете материал музыкальный и есть ли предел для совершенства? У нас музыкальный материал мы берем от наших бабушков. У нас бабушкам по 84 года. И у нас еще бабушки дома остались 90 лет. К нам приезжают из Москвы фольклористы, из Казани. Они у нас показывают мастер-класс. Наши бабушки, они у нас уже как бы, их все знают, и все помнят, и любят. Вот такой у нас коллектив старенький, но мы существуем давно. Бабушки, бабушки, мы веселые бабушки, мы на пенсии живем и пляшем, и поем. Боли раз-два раза, и еще два разочка, посулила, не дала Батисту платочка. Три таташ, три таташки, просил я у Наташки, а Наташка не дала, сказала, как мала. Этнический фестиваль – это возможность подумать о том, что мы потеряли и что, возможно, приобрели. Вы в Германии живете, да? Я сейчас живу в Германии, да. Ну а как немцы относятся к своему наследию, скажем так? Да тоже не особо. И примерно то же самое, за исключением того, что, может быть, там не гнобят специально, да, фольклор, как здесь. Здесь какая-то стратегия против него была, ну, по крайней мере, в коммунистическое время там, и, да, знаю про это. А в Германии это был Гитлер, и он сделал то же самое, что сделал Сталин. Он превратил в пропаганду немецкий фольклор. А если ты хочешь убить фольклор, самый лучший способ какой? Превратить его в пропаганду государственную. И тогда люди сами станут стесняться этих песен, этих традиций. Они скажут, нет, мы не хотим ничего иметь общего с этим, это не наше.
это Гитлер сделал, это Сталин сделал, да? То есть вот такие вот вещи происходят. Ну, там то же самое. Толерантные сказки когда-нибудь заканчиваются, 10 лет прошли не зря. Ну, пока, до встречи через год. Дмитрий Пивоваров, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир».